Прошу прощения. Итак, вспомним, где у нас находится мина. У нас мина находится на четверке. Могу ли я ее бросать как-нибудь? Разделитесь и найдите его. Так, взрывать как? Ага, вот как. А G это грен, да? Ну что, как? Нормально граната? Работает или нет? Давай, высовывайся. Ну, будешь высовывать? Нет? Ребятки, высовывайтесь. Через кустики. А где он там? А, вот тут еще один кто-то, да? Отлично. Ну все, меня спалили, в принципе, можно брать другую пушку. Максимум защиты. Снимем глушак. И погнали. Погнали дальше. А, вон там кто-то далеко. Так, тут пока никого не вижу. Вот здесь, здесь. Тут вот какая-то штука, турель, наверное. Благо я это... Так, стоп. Стоп. Ой, блин, я весь запутался в этом управлении, честно. Ой, блин, слушайте, я реально запутался. Во-первых, я забыл, как... Блин, как же мне это раздражает, потому что я забываю это управление. Так, клавиатура, я забыл, как... Почему у меня режим огня 2? Все. Наконец-то. Наконец-то я все, я разобрался со всем этим. Так, наверху что ли еще кто-то? Ну там снайпер, да, или ну что-то типа этого. Так, минусуем этого. И остается... Блях, ты мух... Клавиатуру что, управление поменять? Я уже сдолбался нажимать на этот X. Так, ты тут что забыл? Вроде ничего он тут не забыл. Так, ему по сути туда гранату что ли запульнуть? Ну, докину. А что это за граната так интересно? Ну ладно, посмотрим. Так, что у нас тут? Сейчас нам надо взять вот это. F. Чтобы взломать 3 метра надо. Да нет, спасибо. Значит, будем подходить ближе. Так. Вот там кто-то, да? Это кто еще? Это... Ой, ё, откуда ты тут зашел? Я его, походу, не отметил. Да, походу, я его не заметил просто. Уничтожить со всей тщательностью. Это как-то. Со всеми подробностями, да? Откуда они все бегут прям? Так, все, убираем визор. Тихо. Нет? Да, нормально. Минусанули. Перезаряд. И идем наверх. Сейчас будем отсюда в них палить. А по этой турели можно долбить, нет? Странно, надо ее, наверное, только взломать. Ну ладно, будем хоть ему башку прострелить. Ну-ка, раз. Ну, да, по-моему, мы его убили, круто. О, прострел, да, прострел работает, это очень круто. Так, теперь этого надо. Отлично. Все. Ой, еще смотрим, где что расположено, где какие оружия. Так, турель отметили. Вот там еще гад бежит. Так, это что такое? Ага, ну хорошо. Так, кто там? Бесполезно. Так. Какая-то пушкенция. Можно, кстати, попробовать заменить.
Ну так, ради интереса оружие испробовать просто. Давайте посмотрим. Ух ты, ё, это что такое вообще? Прикольно. А чё... Урон, слушайте, какая хорошая штука. Нормально. А это? Альтернативный. Какой-то непонятный режим. Непонятный альтернативный режим какой-то. Сейчас испытаем. Вау! Ничего себе, круто! Прям такая... А, долго перезарядка. Зачем перезаряжаться? 700 патрон, точно. Зачем, куда я перезаряжаюсь? Сейчас испытаем вот этот вот режим. Где он? Так, ладно. Погнали туда. Так, здесь сейчас всех осмотрим. Там один ходит. Тут еще турелечки. Я так понимаю, здесь раз, здесь еще один. Ну и пока что вроде бы все, все, кого я... Пока это все, кого я вижу. А здесь у нас что? Как-то он странно немного стреляет. Какая-то интересная пушка. Дробовик, что ли, не пойму. А, он какими-то очередями, наверное, стреляет, да? Да. Ладно. Пошлите там обойдем. Так, здесь у нас что? Пулеметчик. Не, непонятная какая-то пушка. Что-то мне не очень нравится. Может, я ей как-то неправильно пользуюсь? Не знаю. Давайте этой пока постреляем. Может, они меня с помощью нее не видят? Ну, надо почитать просто про нее получше. Что? А это просто бронированный какой-то мужик, наверное. Ой, это штурель, ё-моё. Нормально. Очень даже легко. Итак, сейчас почитаем про нее, что это за пушка. Так, 10 отдельных стволов. Каждый ствол 72 патрона. Так, Крайнет. Точность вроде бы средняя, но урон хороший. А, может быть там, да, дистанция, смотрите. Дистанция очень маленькая нужна. Да, вот в чем фишка-то. Так, ну что? Как собирать эти данные, чтобы мне прокачивать костюм? Я не пойму. С этим я еще не разобрался. Давайте, не знаю, гранатки, патрончики, что тут у нас. Сейчас взломаем по-бырому. Две, что ли, турели или что? Нет, там какой-то ящик, контейнер. Отлично. Все. Так, смотрите, а это что такое? Тут черт тоже, по-моему, взломать надо было или где? Модуль модернизации нанокостюма. Во, наверное, тут и есть ящик для улучшения там костюма. А, он тут простой взлом. Очень. Итак, Ф, чтобы... А, всего один подобрал. А он на карте как-нибудь высвечивается, нет? То есть его нельзя просто так найти. Его без визором с этим обязательно нужно... На гребаный. Вот что ты тут охранял, турель, да? Обязательно надо долбанный этот, как его. Самому, короче, искать. Интересно, а что у них там? Мне интересно. Я, конечно, понимаю, что мне туда не надо идти. Да, это для ближних дистанций, так что на цефов, наверное, надо это использовать, эту пушку. По три патрона. Ну, давайте вот так вообще пойдем. Тихоньку. Потихоньку, помаленьку. Привет. Эй, а чё ты не сдох-то? Балдел, что ли? Да, балдел, походу. Турель меня запалила, да, я так понял? Бежим сюда. Делаем подкат. Стоп. Пауза. За мной там бегут, походу. Идем дальше. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас вроде бы больше никого. Вот они высоко, круто, смотрите как. Все красиво, да? Ну что? Турель наверху, да? А, это пулеметчик. Взламываем турель.
включен. Средний уровень взлома сложности. Я бы даже сказал, легкий уже для меня стал. Все, можно пробираться. Тут я уже был, я это помню. Но мы тут просто крюк сделали такой. С тобой покончу. Качок, походу, да. Какой-то бронированный. Мужик. Короче, судя по тому, что говорят, они меня спалили, да? Чё-то... Ой, ёлки. Турель. Без толку от вашей турели. Ой, блин, ёкарный. Не, не без толку, смотрите-ка. Так, стоп. А чё это у меня там по нулям? Подожди. Не, не по нулям у меня. Еще разочек. Средний уровень сложности. Я просто рано нажал, видимо, да. Итак, смотрим схему. Нормально. Ничего сложного, на самом деле. Просто поторопился. Так. Никого. Ну, я, конечно, может быть, там что-то и пропустил. Ну, ладно. Пущай. Так, там что-то взламывать. Начинаю подключение. Остановите его! Остановите его! Он все! Он сюда не пойдет! Кто палит? А, меня проверяют, что я типа здесь, да? Вау, сколько там замочков-то. Это пост цапля. Запади, запрашивай огневую поддержку. Кто-то мне открыл дверку. Хорошо, хорошо. Сюда, да? Отлично. Идем дальше. По этой вентиляции. Так. Прекратить огонь! Он убит! Он убит! Трудно сказать. А чё трудно? Сейчас я спущусь, и вы узнаете. И смело можете сказать. Кто проверь! Там спрашивал, сначала ты, придурок! Чё-нибудь на них сбросить, что ли, я не знаю. Ну чё, проверяйте. Может, бочку какую-нибудь в них пальнуть. Тихо, слушайте. Да, долби его кулаками. Ромео 1. Дамба Фултона полностью автоматическая, но у нее есть предохранители. Переключи их, и мы отключим питание. Хорошо. Или кому это сказали? Да, мне. Отключите северный генератор. Сейчас мы вот эту штучку взломаем. Блин, что я сделал? Чуть не рванул. Да, хотел взорвать. А, нажимаем B, нажимаем F и делаем взлом. В общем, когда загорается желтый ползунок, мне надо нажать на клавишу F или что. Блин, ну что это? Ну, знаете, честно, я... Давайте посмотрим, что тут. Конечно, урон хорош, но... По мне так, блин, ну... чтобы заменить. Вот это, конечно, не заменишь, она мало. Это как дробовик, считайте, да? Давайте посмотрим. Ну ладно, подберем. Пока снайперскую возьмем, посмотрим. Патрончики тут к ней. Так. А у нее какие функции? У нее нет никаких дополнительных альтернативных режимов огня. Вот здесь можно было как-то вылезти. Либо залезть туда можно. Ну-ка, давайте посмотрим. Что тут у нас интересно? Угу, тут выход. Или тут хорошая позиция для снайпера, они хотят сказать. Ага, вот оно что. Понятно, хорошая позиция, короче. Причем два окна. Буду постоянно менять эту позицию. Так, что там у нас? Уровень шифровки. Сейчас всех пометим. И надерем им задницу, как они мне хотели надрать. Так у них ни один фильм, ни одна игра, ни один мультик не обходится без этого слова. Без слова задница. Блин, но давайте сначала с лука, потому что они меня так спалят сейчас. Винтовка бомбанет, и у меня снимется моя этот, как его. Так, ну эти сюда, и давайте тех. Вон. Снимется, короче, невидимость моя.
А с луком она... Им вообще пофиг, да? Фига он отлетел. Нормально, круто. Супер. Так, а второй где? А, он тут же, да? Куда они пошли-то? Спрятались, типа. Типа спрятались. Так, берем, короче, гранату. А, нет, давайте посмотрим это, мину как. Каково? Нормально. Прикольно. Так, гранату пока не будем использовать. Можно взять снайперскую. Приближать как-то не знаю как. Берем снайперскую и... Попрятались что-то они все. С какого выстрела она долбит, интересно? С какого убивает, точнее? Давайте вот... Это что, мне кинули? Внимание. Да, походу. Угу, теперь я в центре внимания, да. А вот сейчас можно и греной пригреть. Да, вы угадали, граната. Ой, я упал. Ну ладно. Допустим, я упал. Все, берем, короче, бам. А, так она еще и скорострельная, то есть это не болтовочная система. Ну здорово. А вот здесь вот я, походу, не был. А, тут взлом. Круто. Простой взлом. Итак, что тут у нас? Подожди, я тут был. Точно, я тут был. Я думал, а где же я ящик какой-то видел вроде? Ну ладно. А, так, все, погнали. Что у нас здесь? Ладно, пока с этими пушками побегаем обязательно. Сейчас глянем. Пулеметики, стрела. Автоматически подбирается, да? Ну и отлично. Так. Перепрограммировать зенитную батарею. Что произошло? Так. Это снайпер или кто это? Не пойму. Какой-то у него костюм мне показался странный. Угу. А что у нас тут? Воу, что это, гранатомет, что ли? Подожди, а нам сюда и надо идти, кстати. Ну хорошо, давайте сюда зайдем там, в гости. Вертолет где-то летит. Блин, взлом. Быстрее, я слышу вертолет. Хотя что спешить? Надо здесь все рассмотреть. А, здесь тоже взлом. Это имею в виду вот здесь вот. Ну ладно, погнали. Итак, бежим. А, вот он, вертолетик. Это еще откуда? Ой, патроны. Патрончики вот тебе и закончились. Да? Я так понял, они закончились. Ладно. Давайте эту возьмем. Может быть, там, конечно, будет ящик с патронами. Вот он, кстати. А если я реально подберу эту пушку, которая вот у меня была, где она? Не помню, где... А вот, подожди. Стоп, где эта пушка, которая у меня была? Вот это, что ли, не пойму? Это вообще дробовик точно уже какой-то. Ладно. Взламываем этот ящик Пандоры. Отлично, что нам выпадает? Блин, какая-то базука, что это такое? Спасибо. Нафиг она мне нужна. Бегать с ней можно, это радует. Так. Альтернативного режима огня тоже нет. Сейчас перепрограммируем тут все. Под себя. Сейчас патрончики возьмем. Что это, кстати? Это вот, наверное, те боеприпасы для того мощного оружия, наверное. Скорее всего. Вот здесь патроны взяли. Только что-то, по-моему, не прибавилось. Здесь гранаты берем. А вот здесь вот... Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Так, здесь просто ухватиться.
А вот здесь что-то надо... Ух ты, ёлки. Что-то тут взламывать надо. Бляха-муха. Прошу прощения еще раз. Какой уровень сложности, я что-то не обратил внимания. Ну, по сути, несложно. Все. Это я типа перепрограммировал или что я сделал? Взломал что-то, в общем. Отлично. Окей, мы теперь внутри. Это. Ромео 1, найдите давай. Переключатели и вырубите эту штуку. Ломай эту хрень. Причем сейчас черт даже... побери, нет времени. Когда а навожусь, вот мне пишут задание. Это какие-то... Ну, конечно. Понятно. Счет ненадежно у вас тут, ребят. Минус один. Остался еще один. Еще... Ух, поднимайся. Отлично. Это нам, значит, кстати... Забирайся, пророк. Три. Нет, четыре отряда быстрого реагирования СЭЛ движутся к вам. И у них есть поддержка с вертолетов. Что бы ты ни задумал, босс, поторопись. Тороплюсь, тороплюсь. У меня вон какая пушкенция. Так, стоп. Сейчас надо глянуть. Никого нет. Так, куда нам надо-то? Лучше... А, нам наверх будем надо было. Ну, либо здесь спрыгнуть. Так, где вертик? Вертолет. С ней плавать-то можно? Меня запалили кто-то. Критическая угроза. Башня северного крыла нестабильна. Так. Перепрограммируем. Турель. Все, теперь турель под нашим контролем. Под, она за нашу... На нашу сторону перешла, да? Так, ну что же, идем сюда теперь. С этой... с этим гранатометом. Так, какие-то ящики здесь опять. Давайте взламываем. А эту штуку, если я выкину... Че, он себе, что ли, ее оставляет? Подожди, а куда же она делась? Вот она. Круто, чё. А, она в гранатах находится сейчас. В разделе с гранатами, я так понял, да? Вот еще берем патрончики. Данные какие-то загружены. И все, больше здесь ничего вроде бы нет. Идем дальше. Идем вниз. Так, проще спрыгнуть. Опять что-то взломать надо. Ромео 1. Выход энергии СЭЛ 65% и падает. Миссия завершена. Эвакуация из точки Дельта. Двигайтесь туда. Отлично, двигаемся. Положение критическое. Вибрация достигает максимальной амплитуды. Все, здесь ничего ценного. У меня другая идея. Думаю, тебе понравится. Либо какое-то оружие мне, может быть, показалось. Ладно. Разместите взрывчатку на уязвимом месте. Нам показывают, надо идти наверх. Сейчас мы бомбанем тут все нахрен. Нахрен. Кстати, в тот раз тут, походу, людишки понабежали. А здесь у нас что? Ух ты, а это что такое? Уровень шифровки легкий. Здорово. Посмотрим. Так, я врубил. Так, не надо выключить. Ух ты, народ-то набежал сколько. Сейчас отметим всех по-быстренькому и пойдем. Сейчас турель моя с ними разберется, наверное. Так. Все, погнали. Наших городовых. Так. Пошлите там, проплывем, заберемся туда. Стоп, а нам... Заберись ты уже, наверх не надо или надо?
Гранатомет там не удастся бомбануть. Я сдохну, да, если прыгну. Да, и то, что я взломал, тут все вам тоже показалось. А нам... А, нам здесь. Упс, палился. Палился я. Я уже снял давно маскировку, ребят, вы чё? Ромео-1, мы открыли часовое окно на основную цель. На вашей позиции выдвигаются многочисленные войска СЭЛ. О, бомби гранатометом. Ну как так приблизил? Броню врубай. Оу, ну, сейчас будет волна, чувствуется, да? Ну ничего, со второй части у нас там тоже цунами сметало. Выжили как-то. Главное, ключи не потеряй. Нормально. Вынесли. Ромео-1, дорога на Нексус открыта. Я регистрирую непредсказуемое поведение эксфильтрации аппаратного обеспечения. 500 метров. Меня зовут Пророк. У тебя нет имени. Имена есть у людей, а у тебя есть позывной и чертов личный номер. Без меня у тебя нет ни единого чертова шанса. Так что работаем вдвоем. Доложи обстановку. Принято. Высотная оборонная система СЭЛ полностью отключена. Но это еще не конец. Думаю, дальше будет только хуже. СЭЛ отступают. Но они все запрутся на базе в Нексусе и постараются превратить весь этот район в огневой мешок. Будь осторожен. Си, сеньоро. Нановизор включен. Так, какие-то данные тут. У нас, кстати, есть шанс качнуться. Бесшумное убийство быстрее, полная маскировка при убийстве. Какого оружия это? Это с чего это они? Так, сколько у нас этих? Один всего. А, это мы уже открыли. Передвижение на 25% быстрее, усиленная защита в рукопашном бою 25, на 50% меньше защиты брони. Это что это такое? Интересно, это мне нафиг не надо. Так. А это что? Отображение трассирующего какого-то огня противника. Подсветка препятствий, подсветка взрывчатых веществ. На 25% мощнее радар и масштабирование. Блин, как масштабировать? На 25% быстрее взлом, слышимость звука противника. Давайте пока покопим. Как говорится. Данные загружены. Так, ладно. Сейчас посмотрим еще по опциям. Игра. Опции. Управление. Клавиатура. Так, наверное, мышь надо было. Действие. Прыжок, приседание. Режим. Так, это бой. Нам, наверное, не надо это, да? Надо костюм взаимодействия, режим маскировки, режим брони, визор, нановизор. Техника, газ. Газка. А, в смысле, понятно, задний ход. Ага, ладно, многопользовательская, быстрая. Так, это не то. Как же нам приближать-то? Что-то не понял я вот этого. Ладно, круто, мы с собой можем ракетницу это носить. В HP отлично. А, вот и противники. Спалили всех, да? Ну и отлично.
Какие-то они красные. Заскриптовано, да? Это понятно. Я тут уединюсь. Возьму лучок. С какими-нибудь там стрелами. И бомбану их всех. Итак, первый. Не будем медлить. Первый готов. Так, к этим вообще можно подойти. Так, ребят, вы чё? Оу! Подожди. А, стоп, я плохо натянул тетиву. Ой, какой тетиву, о чем я? Я, блин. F, V нажал далеко. Я его по спине толкнул. Хотел спросить это. Что-нибудь набрали из леса? Дары леса. Грибочки, ягоды. Так, все, патроны кончились. У нас еще есть снайперская, забыл совсем. А, у нас же еще вот что есть. Нет, у нас этого нет, у нас есть вот что. Ну-ка. Че, никого не убил, что ли? Ладно, давай еще раз. Ладно, не будем на них такой шедевр тратить. Будем по стандарту мочить. Ты что там засел? Я к тебе иду, дорогой. Привет. Дальше, кто остается? Кто остается? Прикольно, прикольно. А кто-то меня палит все равно. Кто, не пойму, наверху вроде... Опа. А чё это он? Чё это он меня пробежал? Ну ладно. Бывает, бывает, да, да, бывает, конечно же. Конечно же, все бывает. Мимо всех идем дальше. Не отвлекаемся на этих ребяточек, которые наверху там. Идем дальше. Так, вот здесь можно пройти или нельзя здесь пройти? Да вроде можно. Так. Клэр, командир Ромео, Ромео 1. Я все еще в заперти. Какой заперти еще? В дамбе, что ли? В лифте. А, в лифте. Нужна, ну, ладно. Помощь с возвращением на базу. Ромео 1. Спокойно. У нас есть дела поважнее. Ты прав, псих. К ней привыкаешь. Она мне начинает нравиться. Ерунда. Я, походу, туда бегу, Ромео, да? Ромео 1, ваша основная цель в поле зрения. Белки. Устройство системы X в добывающем комплексе в нескольких сотнях метров под землей. А система управления прямо над ней. Тебе нужно найти путь наверх. Хорошо. Попытаюсь. А вот мне интересно, вот эти вот... О, смотрите, что могу. Это пламегаситель, что ли, или что? Дульный тормоз. А что он делает? Увеличивает отдачу. А толку мне от него? Только и отдачу увеличивает. Снижает отдачу. А, снижает? Блин, фу, что я говорю. Понятно, снижает. Улучшает точность первого выстрела. Сильно, сильное дульное пламя. Ну нафиг он мне нужен. А давайте вот посмотрим. Так, здесь у нас что? Коллиматор. А, просто... А, подожди. А это оптический, да? Ну, это тоже прикольная вещь. Так, а здесь что? Подствольные. Рукоятка, вот это классно. Снижает горизонтальную отдачу, улучшает стабильность наведения, больше времени на доставание. Ну, ладно. Сейчас мы попробуем вот это снести дерево. Ну что, можно его снести? Как вы думаете? Может, греной можно, не знаю. Ладно. Так. Ну все, погнали. А что там у нас? У нас тут белочки пасутся. Можно посмотреть, что у нас здесь. Ромео 1, ситуация критическая. Сел продолжает работу Нексуса без матрицы стабилизации. Весь объект может рвануть в любой момент. Начинаем операцию «Пневмомолот». Взять под контроль выход энергии, чтобы безопасно отключить систему X. Вас понял.